Всем привет! Наш очередной день на Пхукете начался с того, что мы приехали в район Бангтао Бич, приехали в гости к застройщику Ocean Group. Это тайская компания, которая занимается строительством с 2009 года. На сегодняшний день у них есть 12 проектов, большая часть уже продана, но остались еще какие-то комплексы, которые мы сочли интересными. Сегодня вам их покажем. Начинаем мы с вами с проекта «Пальмира». Это макет Пальмиры. Этот проект находится на пляже Сурин в 400 метрах от моря. Здесь у нас три корпуса, всего будет 142 квартиры, два бассейна, один внизу, один на крыше. Будет также тренажерный зал, сауна, ресторан, ресепшн, в общем, полный отельный сервис. Безусловно, будет бесплатный трансфер до моря и бесплатная парковка. Проект начал строиться в апреле 2017-го, сдача в эксплуатацию запланирована на октябрь 2018-го. Я предлагаю прямо сейчас взять и поехать на стройку, посмотреть, на каком этапе находится этот проект. За моей спиной находится Пальмира. Как видите, стройка идет полным ходом. Вообще, на сегодняшний день у застройщика есть квартиры от 35 до 70 квадратных метров. Самая недорогая стоит 4200. График платежей выглядит следующим образом. Сначала бронируется квартира депозитом 100 тысяч бат, далее идет оплата 50% в течение одного месяца и остальные 50, тогда, когда приедете принимать свою собственную квартиру. Мы поднялись на второй этаж и сейчас находимся в квартире 70 квадратов. Это двухспальная квартира с двумя санузлами. Одна спальня находится здесь, вторая в той стороне. Это зал. Здесь будет диван, здесь прихожка и будет висеть телевизор. В этой части у нас кухня, а здесь у нас большой балкон с выходом во внутренний бассейн. Красиво, очень красивая квартира, потолки высокие, чувствуется, что квартира очень просторная. По Пальмире у нас все. Если проект вас заинтересовал, напишите нам на почту, и мы скинем вам фотографии и планировки квартир в этом проекте. Сейчас отъедем 200-300 метров, и я расскажу вам про проект Syrian Sense. Мы поднялись на крышу проекта 6 авеню, который строила эта компания. Только что мы смотрели с вами проект Пальмира. Вот он, за зелеными лесами, комплекс. Слева, вот где стоят три пикапа рядом с белым зданием, это площадка под строительство Surin Sense. Шоурум будет строиться только в сентябре-октябре этого года, а сам проект будет готов в конце 2021 года. Проект интересный с точки зрения того, что стартовые цены сейчас идут пресейл, строительство еще не начиналось. На сегодняшний день самая недорогая квартира в Surin Sense стоит 2 миллиона 900 тысяч бат. Причем график платежей очень удобный. Сначала идет депозит 100 тысяч бат, далее в течение месяца оплачивается 35%, и остальные 65% разбиваются до конца стройки. То есть в среднем платежи идут где-то 10% раз в 4-6 месяцев. Чуть позже, когда застройщик сделает шоурум, мы обязательно сделаем отдельное видео и покажем вам, как будет выглядеть квартиры и как будет выглядеть сам проект. На словах пока могу сказать, что квартиры идут от 29 до 78 квадратов. Это будет один корпус в 7 этажей, всего лишь 80 квартир. То есть это тихое, спокойное место. По местоположению до Сурина 400 метров, до пляжа Бангтао 800. Мы сейчас находимся в ресторане на крыше проекта 6 авеню. Милое место, здесь очень приятно находиться. В Surin Sense также будет ресторан, будет спа-центр, бесплатная парковка, тренажерный зал, сауна. В общем, из инфраструктуры очень насыщенный проект. Здесь же в офисе застройщика есть макеты предыдущих проектов. Это 6-я авеню, которая находится здесь же на Сурин. Это Пикс Резиденс, который находится на Катаной. Про них мы не будем говорить, потому что они полностью проданы. Но мы обратим внимание с вами на Бангтао Бич. Это проект, в шоуруме которого мы сейчас находимся. Если более детально, мы сейчас находимся вот здесь, в офисе. Море за нашей спиной буквально 150-100 метров. Сам проект расположен вот здесь. Территория огромная, это 16 рай.
И проект имеет прямой выход на море, то есть здесь по прямой с бич-клаба, то есть это бар прямо на берегу моря, 20 метров, и вы уже на пляже. Вся инфраструктура этого проекта будет расположена вот в этой части. Здесь будет детская комната, ресторан, тренажерный зал, теннисный корт и будет сервис по аренде водных мотоциклов. Сам проект состоит из двух корпусов, всего будет 196 квартир, и все квартиры имеют прямой вид на море. Во дворе огромный бассейн, здесь будет ресторан, бар с прямым выходом к морю. Весь пляж, который относится к этому проекту, его протяженность будет 209 метров, будет находиться под контролем Ocean Group. Иными словами, это означает, что весь этот участок будет всегда чистый и убранный. Строительство проекта начинается в августе 2018 года. Проект будет готов в декабре 2020. Первое, о чем это должно говорить вам, то, что проект сейчас находится на первоначальных этапах и сейчас идут стартовые цены, так называемый пресейл. Заходи. Это пример самой маленькой квартиры, студия 48 квадратных метров. В цену входит абсолютно все, включая даже постельное белье. Первое, что мне бросилось в глаза в этой квартире, это ванная. Ванны в Таиланде делают редко, как правило, идет только душевая. Поэтому это очень клевый плюс этого проекта. Шикарная сантехника, сделанная такая, как камень. На ощупь очень приятно и выглядит очень стильно. Квартира выглядит очень просторно, очень высокие потолки, наверное, 2,90. Стекла идут в полный рост, за счет этого квартира становится очень светлой. Вообще, когда гуляешь по квартире, это чувствуется, то, что это отельный номер, очень мало техники, очень мало мебели, то есть все только самое необходимое. Здесь у нас шкафы довольно-таки глубокие, здесь мини-бар. Я не знаю, почему застройщик сделал две кровати, ну, я думаю, она лишним не будет. Опять же, можно обсуждать это с компанией, сколько вам одна или две кровати нужны, какие односпальные или двухспальные. Мне очень нравится, что здесь такие большие стекла. Вот мой рост, просто посмотрите, какая высота. Мой рост 1,83 м. Окна больше 2 метров. Учитывая, что проект идет 30 метров от моря, потрясающие виды будут с утра на Адаманское море. А теперь о самом главном, это цифры. Вообще этот проект, это не кондо, он не позиционируется как жилой дом. Это проект отельного типа, который создан только для инвестирования. Здесь выглядит математика следующим образом. На сегодняшний день самая недорогая вот такая квартира стоит 2,5 миллиона бат. График платежей выглядит так. Сначала квартира бронируется, идет депозит 200 тысяч бат. Далее идет оплата 40% в течение первого месяца. И остальные 60% разбиваются до декабря 2020, то есть до сдачи проекта в эксплуатацию. По инвестициям программа выглядит следующим образом. Застройщик предлагает вам 7% годовых с программой на 15 лет. У вас есть право проживать в квартире 15 дней в течение одного года. Безусловно, если в этом году 15 дней вы не использовали, вы можете их перенести на следующий, либо в этом году взять 30 дней авансом и в следующем году не приезжать. Также есть программа с обратным выкупом. В течение 8 лет вы можете получать 7% ежегодно, и после 8 года застройщик может выкупить у вас квартиру по себестоимости. То есть вы можете вернуть ровно 2,5 миллиона обратно. Если вы идете по полной программе на 15 лет, то через 15 лет застройщик выкупает вашу собственность и еще доплачивает вам 10% от стоимости контракта. То есть если вы брали квартиру за 2,5 миллиона бат, через 15 лет вы возвращаете себе 2,750. Также у застройщика сейчас действует интересная программа. Для первых 20 инвесторов будут применяться следующие условия. При оплате 100% в течение одного месяца вы уже рассчитываете на программу гарантированной доходности 7% годовых на этапах строительства. То есть, несмотря на то, что сейчас проект только начинает строиться, до декабря 2020 года вы стабильно будете получать 7% в год. То есть, таким образом, программа доходности у вас составит 17 лет. Также для всех инвесторов застройщик дает систему привилегий, по которой люди будут получать от 15 до 30% скидку на всю инфраструктуру, которая расположена на территории Бангтао Бич. При инвестировании от 5 миллионов бат у вас также будет опция, это бесплатный трансфер с аэропорта до отеля один раз в год.
По Ocean Group у нас все. От себя могу прокомментировать, что вот все, что связано с пляжем Бангтау, мне нравится. Здесь какая-то атмосфера вот отдыха. Несмотря на то, что я сейчас нахожусь на работе, я почувствовал, что я приехал реально на курорт. И даже почему-то захотел взять себе кокос, при условии, что я несколько лет в Таиланде живу, я ни разу это не пробовал. Сейчас попробую первый раз и скажу, как это на вкус. Вкусно, реально вкусно. Реально, первый раз за 4 года попробовал. На сегодня все. Я надеюсь, вам понравился сегодняшний выпуск, так же, как он понравился мне. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, не забывайте добавлять комментарий и следите за обновлениями. Еще впереди очень много красивых выпусков. Пока!